Всем привет, друзья! Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю вам в новом году поставить себе цели и начинать добиваться. Вы просто представьте, год назад мы снимали поздравления новогодние с Артуром, когда у него было только 2500 подписчиков, и на сегодняшний день у вас уже 170 тысяч. Спасибо большое, что вы подписываетесь, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что ставите лайки. Не забывайте, что мы стараемся делать именно качественный контент для вас. Мы работаем очень много, и все это именно делается для вас. К сожалению, шапка на меня налезает хреновенько, поэтому я надеюсь, что я смог создать вам частичку новогоднего настроения. Хорошо отпразднуйте праздники. Всем удачи, ребят. Увидимся в новом году. Это Артем Алисовский, подписчики. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, любви в новом году. Не будьте собаками по отношению друг к другу. Любите Артура. Подписывайтесь на него, ставьте лайки. Вот, качайтесь, пятиминутка в день, и все шикарно будет, битка, как у Артура. Люблю, целую, обнимаю, ваша Вика. Всем привет, друзья! С тех пор, как последнее видео с моим участием было выложено у Артура на канале, у него очень много стало подписчиков. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Я Женек. Я сегодня не буду ругаться матом, не буду говорить какие-то плохие слова. Я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Спортсменам хочу пожелать быстрого метаболизма, классной гипертрофии, высокого уровня собственного тестостерона, крепкого здоровья, роста силовых показателей, выполнение упражнений с идеальной техникой, ну или может быть чуть-чуть идеальной, чуть-чуть не идеальной, без разницы. Всем тем, кто просто следит за Артура каналом, да и в общем просто смотрит YouTube, я хочу пожелать вам, друзья, ставьте перед собой цели, достигайте этих целей, а еще лучше мечтайте, ведь только мечты позволяют нам заступить за грань невозможного. С новым 2018 годом, друзья! Всем удачи! Друзья, вот и настал этот великий праздник, Новый год. Я думаю, это самый знаменательный праздник в целом году. Никакие дни рождения не перебьют Новый год, потому что везде салюты, везде красиво, все люди радуются, бухают. Но мы, конечно же, не бухаем с Женьком, поэтому я уверен, что в новом году у вас все будет отлично. У вас будут спортивные достижения улучшаться. Если их не было, то они будут появляться, друзья. Поэтому поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Опять же, метаболизма отличного. Потому что если вы жирный, то вы похудеете. Если вы не жирный, то вы наберете. Что-то наберете. Я немножко запутался. Но от души поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья всем и удачи. А самое крутое, друзья, что мы за этот год набрали 170 тысяч подписчиков. Это в 3 раза больше подписчиков, чем живет в моем городе. Это невероятно круто, офигительно. Вторая новость. Мы набрали на одном из видео 2 миллиона просмотров. Более 2 миллионов просмотров. Это тоже бэм. Это очень много. Невероятное количество людей посмотрело это видео. Я даже не думал, что такое может произойти. Также очень круто, ребят, что у меня появилось очень много знакомых, друзей. Много людей, которые занимаются спортом. Много людей, которые снимаются в моих видео. И это очень круто, потому что спорт объединяет людей. Спорт зажигает спортивный огонь и делает людей счастливее и более дружелюбными. Поэтому, друзья, занимайтесь спортом. В новом году желаю всем счастья и здоровья. И чтобы здоровье было просто на первом месте, потому что без здоровья не будет ничего. На новый 2018 год у меня расписано 20 глобальных целей, которые надо будет выполнить. Это будет нереально сложно, но мы это постараемся сделать, выполнить каждое из этих целей. Ну все, друзья, поздравляю всех с 2018 годом, желаю счастья, здоровья, успехов и всего наилучшего в новом году. Пока!